Вами Смычок, добро пожаловать на новую серию по Моторбот. В этом видео мы выясним баг в Моторбот на полеты в небо на автобусах. Ну что ж, этот баг работает на Икарусе 250, на Лиазе 699R и на 52056 автобусе. Мы проверим его на Икарусе, нет, на Лиазе 699R на красном. Ну что ж, поехали, начинаем. Нам надо доехать даже до вокзала, и там мы словим этот баг. Много игроков. Ой. На эвакуатор запрыгнул. Ой, а чё ночь? Всё, можно как-нибудь выехать. Дальше подъезжаем к левым ЖД-путям. Вот. Ближе к дороге. Если что, это находится здесь. Так. Все, подъехали к ЖД-путях. Так, едем сколько? Ну, меньше 20. Катимся просто. Так, 5. Нет, что-то не заехали. Бампер слишком низкий. Так, назад сдаем. И сейчас мы будем второй раз пробовать. Не получилось. И сейчас... Хоп, и... Опа! Подлетели как... Так, ух ты, ух ты, ух ты. Прям сейчас на КамАЗ. Давай на колеса, так. Фоткаем это все дело. Так, и хупай. Так, на бок прилег. Все, у нас так получается. Давайте еще раз. Это не так высоко. Можно и выше подняться. Так, и давайте вот сюда вот. Так можно под наклоном. Вот тут и... Не, плохо, очень плохо. Тише. И на колеса. Так, и нам надо ближе к дороге. Вот, примерно вот тут, да? Вот тут, да. Примерно, да, тут. И... Хопа! Куда? На базу прям, давай! Дальше, база, куда? Ой-ой-ой, так, давайте сфоткаем. Куда я прям в море лечу? Под текстуры. Ну, это, наверное, удачная серия. Вот так можно сюда залететь под текстуры. Ну что ж, вот такая вот серия получилась. Если вам она понравилась, ставьте лайки, делитесь видео друзьям. И всем удачи, всем пока-пока.